Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Жека Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, мы давно не снимали «Угадай постройку» и снимаем только ради вас. Да, дорогие друзья, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы соберете больше лайков, чем предыдущих, чтобы серия вышла 100% следующей. Ну, вы понимаете, да, приятного просмотра. Ну что, пацаны? Я, давайте не. Ну, давайте, да! Извините. Нету, нету зелененькая. Ну что, готовы к... Давай, давай, ты строишь, ты строишь. Это я, да, строю? Подождите, подождите, дайте только я выберу, выберу. Да. Пошел давай. Я таймер забыл, секунду, без таймера. Да я буду, все, давай, раз, два, три, поехали. Поехали. Зомби. Зомби-апокалипсис. Аттракционы, бассейн, аквапарк. Цунами! Да! Yes! Цунами! Раз, два, три. В общем, игры. Время там. А, засекать, давай. Раз, два, три, поехали. Поехали. Что это, акула, шина, покрышка. Да все, не надо перебирать. Гантеля! Да. Так, ну, говно. Можешь сам засечь что-то? Ах, вы же, конечно, вообще гниды. Не, подожди, я засеку. Два, раз, два, три, поехали. Шерсть, овечка, это... Карьерная лестница. Нет. Интернет. Второе место. Wi-Fi. Я угадал. Все верно. Так. 4-3-2. Дорогие зрители, пожалуйста, скажите, когда я выиграю хоть в одной какой-то серии, хоть любой рубрике? Да все будет, не переживай, все будет. Мне плохо, можно я буду выиграть? В общем, я могу засекать? В принципе, да. Давай, раз, два, три, поехали. Апельсин, так мандарин. Да подожди ты. Маяк? Нет. Кольцо? Нет. Обручальное кольцо, свадьба! Жемчужина! Да, в принципе, ну... Ракушка, ракулька! Да! Что это было вообще? Да, ракушка, блин, я что-то зачем-то сказал... Я чем-то зачем-то начал говорить, ребят, сорян, Жека, ну как бы... Ну типа да, я понял. Шойгар, строишь? Давай! Время уже идет, да? Да, идет, все нормально. Давай. Смотрите, видите, вот это постройка, вот она. И шо это такие? Ты никогда в жизни не угадаешь. Да, я так и понял. Украина! Нет! Флаг Украины! Вы что, чокнулись, да? Это Тетрис, я не знаю. Нет! Пазл! Нет! Чё это за хрень? А кто время вообще? Пэкман! Нет! Кто время засекает? Я засекаю, уже 30 секунд прошло, еще 10 секунд. На что это похоже? Ну давайте! На блоки Майнкрафта, на что это еще похоже? Тихо. Так главное не терять контроль. Солнце, космос, все у тебя время вышло. Звезды, магниты! Это месяц, я, кажется, понял. Это луна, дебилы. Ну что, совсем конченый, да? Ну ты, конечно, дебил вообще, построил какую-то. Эндстоуна можно было построить. Так, вообще-то, я построил красивую мультяшную луну. Да. Понял? А подождите, а кто строит, получается? А ну давай, мы сейчас будем выбирать. Ставь, давай, ставь. Давай. Красная. Сейчас, ну подождите, я не так быстро, не так быстро. Я уже поставил. А, ты уже поставил? Да, не выбирать или не выбирать? Нет, тебе не выбирать, ты уже все, давай. Эдисон, ты первый, Эдисон, давай. Я строю. А, я взял! Еще! Я строю! Ладно. Давай, так, у меня тут был... Ага, так, подождите. Так, ну, в принципе, я готов, вы там засекайте. Да, давай, готов, раз, два, три, поехали. Так, стол. Блок. Я вообще не понимаю, что это такое. Это пистолет деревянный. Это телевизор. Это рогатка. Нет. Рамка. Гитара. Гитара. Я постройки эти придумал. Объясните мне. Я не знаю. Это не важно, кто это придумал. 753. Да. Все верно. Это вам весело, интересно вам. Я могу засекать, да? Нет, подожди, я хотя бы в блоке возьму секундочку, это сложная постройка. Он блоки хочет, Игорь, ну хорошо. Ага, со с блоками все могут построить. А ты без блоков попробуй. Ты тоже брал, не надо, так Везерклер пропиши. Да, я уже прописал, давай, раз, два, три, поехали. Просто понимаете, очень сложная постройка, вот что хочу сказать. Дучка.
Что это, кружок? Сатанинский круг. Ракета! Нет. Что это? Блендер. Стол! Стул! Медуза! Да! Ну сразу видно то, что постройка Игоря. А как это по-другому строить, ребята? Реально медуза, посмотри, это медуза, он бы добавил глазки, было бы осьминожек. Ну тогда уже надо было с прозрачных блоков строить. Ну, из стекла. Ну хотя да, да, возможно. У меня постройки закончились, подождите. Давайте возьмем постройки. Ну что, я уже на самом деле засек, ну ладно, давай. Давай, давай. Время! Да какое время, Я засек еще раз. Ноги, трусы. Аквамен, водяной. Нет. Игрушка, человек, броня, алмазная. Ну, нагрудник. Пельмень, жиры как пельмень. Нет, это смайлик опять какой-то. Что это такое? Призрак, привидение. Какая-то. Нет. Ну давайте, дебилы, ну это. Кого? Заяц. Я сейчас тебя грохну, угадывайте, честно, постройки! Кого? Я ничего не поймаю, там времени вышло еще случайно! Вышло, вот сейчас как раз вышло, ну. Ну, дауна, это смешарик. Охренеть! Как вы это должны понять? Сейчас у нас... Он не круглый даже! Он даже не смеется! Он квадратный, и почему у него какие-то пистолеты вместо рук? И почему у него рога? Он что, демон какой-то? Вот это типа уши. Это заяц, да, я понял. Если сначала я построил круг, я думал, вы уже угадаете. Ваша же постройка, ну смешно. Ну это не моя постройка. Так, получается. Тихо. Давай, тяни. Сейчас ты первый. Опа! Давай, строй, Евгений. Так, давай. Подождите, что мне строить? Посмотрю, чем. Так. Ой, главное, чтоб я угадал. Так, сейчас главное, секундочку, я возьму блоки. Все, я готов. Давай, готово? Давай, да. Можешь уже начинать строить. Давай. Раз, два, три! Давай! Так, я надеюсь, что у меня получится. Черная такое. Срань какая-то, что это такое? Картина! БМВ! Я первый сказал! Нет! Смотрим на видосе, окей, смотрим на видосе. Мы в одно и то же время сказали на самом деле. Я сказал БМВ, давай, да, смотрим на видосе. Тут, короче, проблема еще вышла, они не понимают, кто первый. Спор не решился, поэтому будем вытягивать. Поэтому давайте, кто вытягивает. Давай, вытягивай, я думаю тебе. Давай. Давайте я вытяну. Стой, кто вытягивает зеленый, тот выигрывает, да? Да. Не, кто красный вытягивает. Ну, в данном случае скажите? Будет зеленый, в данном случае зеленый. Давайте зеленый, я вытягиваю. Опа! Все, пошел. Строкотан пошел. Я все правильно записал, да? Да, получается правильно. Да, все правильно. Я угадал его. Так, все, давайте. Что? Так, я таймер закрыл. Подождите секунду. Давайте, раз, два, три. Поехал. Говно. Нет, неверно. Личинка, какашка, змея, что это, пруд? Ваша постройка, поэтому я не знаю. Так, сейчас, хорошо. Я не понимаю. Улитка! Да! Все верно! Это, конечно, похоже на улитку, но, блин, я не догадался. Все верно! Улиточка. Так, сейчас подождите, запишу. Я Эдисон 8, Игорь 5. Давай. Давай, Игорь. Давай, раз, два, три. Поехал, Игорь, поехал. Поехал. Стул. Нет. Кошка, собака. Кролик. Мышь. Слон! Я дебил, я сказал не слон, я сказал нос, понимаете? Я сказал лон какой-то, что такое. Я все перепуталось в голове. Улон. Ну вы вообще, конечно. Улон, конечно. А кто-то строил, подождите. Я. Так, получается Эдисон 9, а Игорь 7. Что, готов? Да? Раз, два, три, поехал. Да подожди, ты так быстро! Стекло, мыльный пузырь, кока-кола, бутылка. Шар, гадальный шар. Какой шар? Чашка, стакан. Стрелка, миска, чаша, кастрюля. Я не могу это вылить сюда! Чашка, стакан с молоком, не знаю, ведро с молоком. Хлопья с молоком, я не знаю. Где эта хрень? Я могу и так. Первое вы угадали, я могу так сказать, потому что тут два слова. Какао! Да. Я не успел даже взять этот предмет в руки. Какао, да? Да.
Yeah. А, так. Хорошо, хорошо. Ну что, давай, Игорь, начинай. Раз, два, три, поехали! 8 баллов у меня, да? Да. Ты вырываешься вперед. Облака. Облака. А, нет! Всё? Да. Что за банальная хренотень? Это кто придумал, а? Это не мое, это не мое. Белогрибы, лошадки. Ты бы еще солнышко, травичка. У тебя 10, Игорь, извини. Ой, уже мухлюет кто-то, мухлюет. Да это я случайно. Ты это видел, Игорь? Вот я вроде сейчас угадываю, а все равно третий. Да как так-то? Ребята, это очень сложно построить. Давай. Раз, два, три, давай. Так. А хотя, блин, можно было по-другому. Ладно, ничего. Что это? Овца, шерсти. Потом скажем. Махер. Зубы, рот, смайлик, призрак. Злой смайлик. Оборотень. Клон! Нет. Деф-убийца. Нет. Пила! Да. Твою мать, я прям первую букву сказал П, и он сказал пила. Я просто думал, я затупил, можно же было просто пилу сделать. Зачем я? Ты паскуда! Так, подождите, я запишу секунду. Я должен выиграть, давайте! Давай. Хоть где-то Игорь выиграет. 14-11. Да. Ну что, Игорь, готов строить? Конечно! Давай, начинай. Раз, два, три, поехали! Тут уже строй, а вот тут раз, два, три только. Стрела! Стрелка, меч! Ножик! Ножик. Я не знаю, кто сказал первый ножик, вы, по-моему, на временно вообще сказали. Смотрим на видосе. Ой! Ну шо? Ты первый тянешь. Мы как выяснить не можем. Давай. Да! До свидания просто. До свидания. Так, ну ладно, сколько у меня получается баллов там уже? У меня 13? Да, 13, 14, 12, 13. 13. Мы идем вровень, подождите, ребятки. А мы до 20. Да, до того времени, пока постройка не закончится. Все нормально. Давайте, короче. Что, готовы? Да, нет, да, готовы. Засекайте. Когда уже мои постройки? Давайте, раз, два, три, поехали. Сейчас, нога. Что это? Украинец. Шея, лицо. Украинец. Пельмень! У меня Жека был. У меня Жека был. Первый, да, тут я даже слышал, как Жека говорил. Ну тут, Игорь, на самом деле ты должен был угадать первый. Да, я понял. Я подумал, короче, очень быстро, а потом... Жерка, пельмень. Жерка, пельмень. Ребят, я сейчас, смотрите, возьму еще постройки. Ну шо? У меня очень сложная постройка. Ну давай. Раз, два, три, поехали! Так, хорошо. Что это? Фиолетовый. Фиолетовый парень, не знаю, что это. Фиолетовый парень. Ну типа из FNAF. Что это? Это фаллос. Чего? Это фаллос, реально, нет? Нет. Что это? Демон, слайм какой-то. Призрак, привидение. Это что, покемон? Живой писюн. А, Элидан! Да, ну блин, я не знаю, как это засчитывать, не засчитывать. Типа тема Warcraft. Да, Warcraft тема. Ну типа Элидан из Warcraft, но... Я самый ближе, да, то есть Элидан к Warcraft относится, я сказал. Ну все, строим. Поехали. Строим. Нога. Ноготь, шляпа. Шляпа. Хотя бы что-то угадал. Нормально. Так, а что у меня там еще за постройки есть? 15, у Игоря 16. Давайте. Ой, окей, давайте. Готовы? Так, ну что же это будет? Давай. Раз, два, три, поехали. Нога, палец, рука, что это такое? Лицо. Шея. Я не знаю, как это построить. Так, желудок, подожди. Я не знаю, что это. Это питание. Дизлайк, да, дизлайк. Жесть, капец, кто это придумал? Жека придумал. Ты мог не руку поставить, а белую такую или синюю, как в нытью. Я понял, запятая, короче. Ой, ты забываешь, что Жека сейчас выиграет, если что. Так. Если мы угадаем. Понимаешь, Игорь? Понимаю, по идее, скорее всего, уже сейчас и выиграет, но... Так. Хорошо. Да. Но у нас с тобой, Игорь, может быть ничья, так что давай. Так, все, если я угадываю. Давай. Готов? Давай. Раз, два, три.
Я очень надеюсь, что вы угадаете. Трава, тростник! Одванчик! Да! Капец! Ну, капец, опять проиграл! Я когда-нибудь выиграю здесь! Yes! Почему вы мои постройки не строите, а? Я понимаю, что они немного... Так, немного. Подождите, какой? 20, 18, 16. Нам пицца приехала, секунду. Лишь бы пожрать ему. Ну что, мы прощаемся. Без меня не жри там! Все, Эдисон, прощаемся, Биджек. Да, всем пока. Прощаюсь. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Третьему вот этому, который отошел, ему не ставьте лайки, только нам ставьте. Мы с Игорем будем рады, если вы лайки поставите. Вот. Да, ему и так хорошо, он пошел за пиццей. За пиццей он вообще нажрет. Да. Он там пиццу пускай хавает, с нами не поделится, вот. Так что ему лайки не нужны, мы в этом уверены. А вот нам нужны! Да! Старт! В общем, спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Все, всем пока, ставьте лайк. До свидания.